Сегодня у нас тема, которая называется «Множество и словари». И это, пожалуй, одна из ключевых тем, когда мы разговариваем про Python. Хотя, казалось бы, словари, они же маппинг, они же ассоциативные массивы. Name it. У них названий много. И это такой, в общем, далеко не сегодня придуманный тип данных. Я бы даже сказал, далеко не вчера. Да? В том же Python, который зарождался в 80-е, развивался в 90-е. Словари были почти с самого начала. Но, тем не менее, именно этого типа данных не хватает в низкоуровневых языках программирования. Именно этот тип данных оказывается наиболее эффективным для моделирования всякого из реал-лайфа. Вот. И его в самом питоне навалом мы это сегодня тоже увидим. Я имею в виду прям самих словарей. Прежде чем поговорить о словарях, сначала стоит рассказать друг другу о том, что такое хэш. Вот. Когда-то давно, поищите по сайту просто поисковиком, я в этом месяце читал целую большую лекцию про хэш-функции, про то, какие у них свойства, какие они бывают и так далее. Вот. Но поскольку это не имеет отношения к языку, раз, предположительно, у третьекурсников где-то уже был рассказ про хэш-функции 2. А если его не было, ну, что поделать, в любом случае у нас и без того всего семестр на Python 3. Я этот рассказ примерно опущу, но вы можете поискать просто поисковиком по сайту, по нашему, ту самую лекцию и конспект к ней, где был большой разговор о хэшах, и, возможно, тогда же было видео, я не помню. Был ли с нами Виталик все пары или уже не был. Вернее, еще. Вот. Поэтому я остановлюсь на выводе из этого разговора про хэши. Хэш-функция – это такая функция, которая переводит одно множество, как это правильно сказать, актуально конечных данных в другое множество актуально конечных данных. При этом имеется как бы обычное свойство хэш-функции состоит в том, что множество определений исходное гораздо больше, чем множество значений. Вот. И вот тот факт, что множество определений, то есть то, от чего мы считаем хэш, оно потенциально... То есть вот насчет его актуальной конечности я соврал, актуально бесконечное количество данных. Да, в смысле множество данных. А вот, значит, актуально бесконечное в актуально конечное. А множество хэшей, множество значений хэш-функции актуально конечное позволяет нам пользоваться хэшом для различных алгоритмических штук. Но чтобы пользоваться хэшом как инструментом для разного рода алгоритмов, надо, чтобы эта хэш-функция, помимо своей вот основной, да, главной способности превращать большое количество объектов в меньшее количество объектов, да, считать хэш от них, должна обладать какими-то еще свойствами. Кстати, этого в плане лекции нету. Боюсь, если сейчас начну слишком сильно говорить на эту тему, мы не успеем чего-нибудь еще хорошего. Свойства хэша. Свойство хэша – это невосстановимость. То есть, если мы, давайте мы сейчас прям сразу, да, значит, сразу скажу, что в Python есть свой собственный алгоритм определения хэшей, он называется хэш, удивительным образом. Вот. И хэш существует у любого константного объекта. Причем, допустим, у чисел он очень предсказуемый. Вот. А вот, допустим, у строк он уже достаточно непредсказуемый. Вот это, например, хэш от строки 2, 3, 4, а это хэш от строки 2, 3, 5. Да, посмотрим, нет ли у него каких-нибудь совпадений на уровне шестеричного представления. Нет, тоже нет. Хотя нет, вон, соврал, есть. А, потому что не 2, 3, 4, да. Вот, нету. Хотя вот, нету. Да. То есть, и это, кстати, намекает нам, что питоновский хэш, он не идеальный, то есть его можно использовать далеко не для всех назначений хэш-функции. Например, для криптографии вот такая вот ситуация абсолютно неприменима. Если мы хотим устроить некоторый криптоалгоритм на основе хэша, у этого хэша должен быть хороший разброс.
два почти похожих значения из области определения должны давать два достаточно удаленных значения из области значений. Вот. Если мы сейчас сегодня замерим, хватит ли нам той тематики, которая есть, если бы у меня было время, я бы рассказал про такие суперпримитивные начатки поддержки криптухи в питоне. Они очень суперпримитивны, настоящего крипты в питоне нет и не будет, потому что это две абсолютно разные задачи, но вот там как раз есть поддержка вот этих самых крипкостойких хэшей, стойких. Вот. Но главная идея состоит в том, что хэш – это однозначная функция, то бишь это функция. Вот. И тот факт, что два объекта равны, однозначно влечет за собой тот факт, что у них равны хэши. То есть если у хэшей объекты, хэши у объектов не равны, эти объекты не равны точно. Вот. Пару слов, почему мы не можем использовать в качестве хэша идентификатор объекта. Смотрите. Чем не хэш? Вот. Тоже вполне себе, значит, числовая характеристика, вполне такая небольшая нашего объекта. Все вроде бы хорошо. Но дело в том, что идентификатор объекта, он говорит, толкует только про уникальность объекта. Смотрите. Это два одинаковых объекта, они равны. Хэши у них, разумеется, тоже должны быть равны. А вот равны, являются ли эти объекты одним и тем же? Нет. Идентификаторы у них разные, хэши у них одинаковые. Идентификатор не может выступать в роли хэша. Это два разных объекта в памяти, которые там по некоторой закономерности стали разные, и тот факт, что они на самом деле одинаковые, питон не волновал. Вот. Ну, поскольку это констант, он мог бы сделать и два имени одного и того же объекта. Да? Но он этого не сделал, потому что число слишком большое, проверять на равенство, а питон поленился. Вот. И эти объекты разные, у них разные идентификаторы. И у них, разумеется, одинаковые хэши. Потому что сами объекты равны. А мы поняли, что если объекты равны, хэши у них равны. Вот. Ну да, мы даже знаем, чему они равны в случае числового, в случае целочисленного объекта. Вот. Нам хэши нужны не из свойства равномерной распределенности, невосстановимости для крипты. Еще очень важно, чтобы из хэша нельзя было быстрым способом вычислить исходный объект. То есть подобрать объект с нужным хэшом было нельзя. И эти все свойства хэша мы не используем. Мы используем ровно одно свойство хэша, что два объекта, два равных объекта имеют два равных хэша. Обязательно. Тогда операция сравнения двух объектов, особенно если эти сравнения тяжелые, например, какой-то здоровенный кусок данных, который надо все проверить, операция сравнения двух объектов может быть двухступенчатой. Мы можем сначала сравнить хэши, а если хэши равны, уже сравнить объекты. Тогда в большинстве случаев хэши будут неравны, и мы ограничимся сравнением, при сравнении неравных друг другу объектов, мы ограничимся малой кровью. Мы просто сравним их хэши, убедимся, что хэши неравны, и пойдем дальше. Вот. Вот такой набор свойств функция хэш в питоне имеет по сравнению с возможными свойствами других хэш-функций. И именно эта штука, хэш, определяет новый тип данных, про который мы сейчас поговорим, это множество. Что такое множество в питоне? Это множество, множество произвольных константных объектов. Я забыл упомянуть, что хэш в питоне считается только от константных объектов. То есть мы можем посчитать хэш, сейчас вернемся к множеству, можем посчитать хэш от строки, можем подсчитать хэш от кортежа, потому что кортеж – это константный объект. Да? Мы не можем изменить, вот если мы зададим кортеж, да, то мы
не содержимое кортежа, не те объекты, которые в нем лежат, ну, соответственно, не так. Мы не можем изменить содержимое кортежа, да? Соответственно, мы можем посчитать от него хэш. А вот если мы создадим список, хэш от списка мы посчитать не можем, потому что список – это модифицируемый объект, и мы сейчас посчитали от него хэш, а потом взяли, подменили в нем один из элементов. Хэш при этом изменился? Ну, разумеется, хэш от другого набора данных должен измениться. Кто его посчитает? Правильный ответ – никто. Это что означает? Это означает, что если мы вычисляем хэш от изменяемого объекта, то мы должны либо в языке предусмотреть пересчет этого хэша каждый раз, когда мы изменяем объект, а это опасно. А вдруг он там, мы его изменили так, что он стал сам на себя ссылаться, или еще какую-нибудь ерунду. Вот. Либо этому хэшу мы не можем доверять. Вывод, давайте вообще скажем, что изменяемые объекты не хэшируемы, и выведем их из-под прицела, потому что с ним все сложно. Вот в питоне именно так. Ну так вот, множество в питоне может быть составлено из любых хэшированных объектов. Ну давайте из чисел. Вот, вот типичный способ задания множества в фигурных скобках. Выглядит вот так. Давайте мы еще следующее множество зададим. Ну, допустим, вот, обратите внимание на то, что если я при задании множества повторяю константные объекты, из которых оно состоит, да, вот один снова, снова три, то, разумеется, они, будучи по определению типа данных множества уникальными, просто не принимаются во внимание, да, значит, множество – это множество, оно состоит из разных объектов. Вот, давайте тип, да, тип посмотрим от нее. Это множество, что удивительно. Вот. Ну и, соответственно, вся фишка множества состоит в том, нет, две, у множества, как у типа данных, в питоне две фишки. Фишка первая состоит в том, что над ним можно производить теоретико множественные операции. Вот это объединение множеств, вот это пересечение, вот это разность, а вот это симметрическая разность. Ну, помним, да, значит, разность – это то, что есть в одном, а нет в другом, а симметрическая разность – это объединение того, что нет в первом, но есть во втором, с тем, что нет во втором, но есть в первом. Можем себя проверить. Тройки нету в первом, шестерки нету во втором, 23-ки, 89-ки нету тоже во втором. Вот, вот, да? Значит, итак, вы можете над множеством производить теоретико множественные операции. Но главная фишка множества состоит в том, что операция поиску по множеству, ну, скажем, in только я хотел сказать, о, операция поиска по множеству имеет в среднем линейную сложность внезапно. О, какую не знаю, константную сложность я соврал, константную, даже не логарифмическую. То есть операция поиска по списку, вот если бы это раз, два, шесть, двое, было списком, имела бы линейную сложность в среднем. Мы бы проходили по каждому элементу, и если он равен, говорили, он равен. А если он не равен, говорили, он не равен. Операция поиска по множеству в среднем константна. За счет чего это достигается? Это достигается за счет того, что мы используем операцию хэширования и храним наше множество как хэш-таблицу. Опять-таки, я сейчас полагаюсь на ваши хотя бы примерные знания о том, что такое хэш-таблица. То есть на пальцах я могу показать, но в силу того, что у нас тематика довольно обширная сегодня, этот кусочек тоже объяснять не буду, он не про питон. Кому интересно, можно сходить, тут где-то есть ссылка. Кстати, нету, надо вписать. Есть достаточно обширная статья про то, как устроено множество в питоне. Вот. Если на пальцах, что такое хэш-таблица? Представьте себе массив, который состоит, в котором, ну, скажем, 64 элемента, всего 64.
Для того, чтобы этот массив, чего массив, я пока не говорю, работал как множество, мы делаем следующее. Мы берем наш элемент, который мы хотим поместить в множество, считаем от него хэш, вычисляем остаток отделения этого хэша на 64 и заполняем соответствующую ячейку нашего массива. Мы туда кладем наш исходный элемент. Теперь для проверки наличия элемента в множестве нужно сделать следующее. Нужно посчитать от произвольного элемента хэш, поделить его, взять остаток отделения на 64, посмотреть соответствующий номер, ячейку в массиве. Если она пустая, такого элемента в множестве нет. Если она содержит этот элемент, то он там есть, если он ему равен. Но, понятное дело, может случиться такая штука, как хэш-коллижн. То есть у нас там уже лежит элемент хэш, которого при остатке отделения 64 равен нашему. Да? Тогда надо производить повторный поиск, и алгоритмы этого повторного поиска бывают два разных. Это хэширование с открытой адресацией, хэширование, значит, с хранением цепочек. Вот. И вот эту всю теорию я рассказывать не буду. Ну, давайте я на пальцах расскажу, что такое хэширование с открытой адресацией. Да. Значит, хэширование с открытой адресацией — ситуация очень простая. Вот мы хотим добавить элемент в нашу хэш-таблицу. Высчитали хэш, высчитали остаток отделения, а там уже что-то лежит. Что делать? Ну, мы берем тупо и в следующую ячейку записываем. А почему нет? Она свободна. Ну, не так, в следующую свободную. Там свободная, записали туда. Как происходит поиск? Вот мы высчитали хэш элемента, который мы собираемся проверить, есть он в хэш-таблице или нет. Значит, смотрим, там что-то лежит, но он не равен. Хэш совпадает, но это не наш элемент. Окей, смотрим дальше. А следующий. Они все не равны. А следующий пустой. Все, нашего элемента нет в хэш-таблице. Вот тут вы мне можете возразить, а как же тогда константная сложность, если мы ищем по целой цепочке? Очень просто. После того, как вот этот вот массив, вот эта хэш-таблица заполнена, ну, примерно на две трети, да? И две трети элементов пустые. При очередном добавлении элементов в хэш-таблицу она увеличивается вдвое. Точно так же, как у нас динамические массивы, они же тип-лист поступают. То есть хэш-таблица никогда не бывает полна. Если мы заполним хэш-таблицу с открытой адресацией целиком, естественно, поиск в ней станет линейным, потому что нам придется просмотреть все элементы от начала до конца. А вот если ее вовремя увеличивать в два раза, то да, наш поиск будет занимать не одну операцию, а, скажем, в среднем три. Но это тоже константная сложность. Такие вот дела. За всеми остальными пояснениями, видимо, придется обращаться куда-то еще. Возможно, поискать среди лекций ту самую, где все это было на целую лекцию растянуто, а мы едем дальше. Ну, кстати, я уже... Да, ну вот в питоне, кстати, открытая адресация, она с повторным хэшированием, не с взятием следующего элемента, потому что знаете что, в real life очень часто бывают почти похожие элементы с почти похожими хэшами, а хэш, как мы с вами видели, у нас этим свойством разброса не обладает. В питоне происходит повторное хэширование, наш хэш замешивается с каким-то еще, значит, константы, и вот все это вместе дальше хэшируется, и мы попадаем в принципиально другое место хэш-таблицы, может быть, там свободно. Но это такая мелочь. Какие еще есть у множества свойства, значит, помимо линейного поиска? Ну, во-первых, мы можем точно так же, как мы, помните, у нас была циклическая сборка списка, можно сделать циклическую сборку множества. Ну, на мою любимую, и умножить на 2 плюс 1, ну, вот такое свойство. Значит, какие бывают у множества методы? Ну, их тут довольно много. Часть из них – это реализация вот этих самых теоретико-множественных операций. Метод add добавляет просто элемент множества.
напоминаю, что в множестве можно хранить любые элементы, будь они хешируемы. Вот. Еще, что еще? Ну, метод copy понятно, что делает. Метод update, я так думаю, что это просто объединение двух множеств, это что-то типа s равно t. Вот это и есть update, да? Мы добавляем из одного множества в другое все элементы. Вот. В общем, да, из subset можно проверить, является ли часть множества под множеством другого. Обращаю ваше внимание, что операции вот такого рода работают только на строках, ну или на каких-то синтетических типах данных. Ни один из других встроенных типов данных в Python не умеет проверять наличие подпоследовательности в последовательности с помощью операции in. Но мы можем проверить наличие подмножества в множестве с помощью из subset. Сейчас. Это у нас будет такое множество E, да, и мы можем проверить, что множество E является из subset от множества S. И это правда. Вот, да. А какое-нибудь множество, ну не знаю, там, не является подмножеством S, потому что нету ни 22, ни 33. Вот. Ну и суперсет тоже самое. Ну, если есть add, то есть remove. Это поиск и удаление, такой же remove, как в этом самом s.remove22. Сейчас нам скажут ошибку, нет такого. А вот 11 можно. Вот. И даже есть s.pop, из множества выбирается произвольный элемент. Как в списке. Мы должны понимать, что множество... Так, только пустое множество описывается вот так. Что множество... не запоминает порядок добавления туда элементов. Ну, скажем, 33. S.add, ну, скажем, str от i. Str от i. О! Элементы в множестве... когда оно представлено в линии реализованном виде, упорядочены, фиг знает как, я вангую, что на самом деле по упорядочены их хэшей. Даже не так, по упорядочены их положение в хэш-таблице. Нам этого знать вообще не важно. Я тут решил привести пример, попробовать предугадать, почему у нас хэши, вернее, почему у нас элементы упорядочены вот так. Я сделал предположение, что они упорядочены по остатку отделения на... степень двойки на размер таблицы, короче. Вот. И тут, кажется, это совпало, но, в принципе, это не обязано совпадать, потому что у нас бывают перехеширования, у нас бывают ситуации коллизии и так далее. Поэтому это такой очень мутненький пример. Вот. Но идея понятна. Значит, идеи, собственно, две. Я вернусь к ним, и мы закончим с множествами. Первая идея. Множество – это множество. Оно может хранить произвольное количество хешируемых, то бишь константных, любых константных данных Питона. Вот. И проверка наличия элемента в множестве имеет в среднем константную сложность, то, что называется amortized worst case. Да? Вот. Почему amortized? Потому что, понятное дело, если вы напишете свой алгоритм таким образом, что он будет постоянно утыкаться вот в эту ситуацию масштабирования множества в два раза, а потом масштабирование его обратно туда-сюда, да, то вы можете хитрыми извращениями добиться того, что в среднем быстродействие упадет. Ну, вот на таких примерах. Но это надо специальные примеры подготовить. Вот. А в реал-лайфе это та самая константа примерно 1 к 3, по-моему. То есть, ну, как бы в 3 раза медленнее, чем просто взять что-то куда-то проверить. Вот. Обращаем ваше внимание, что ровно с такой же скоростью это работает и в случае, если элементов в множестве нету. Да? В отличие от списка, который надо точно весь просмотреть, для того, чтобы понять, что в нем элемента нету, в случае множества вы утыкаетесь в хэш-таблицу, где уже пусто. Или где уже лежит там небольшое количество хэш-коллизий, которые не равны
вашему элементу, вы их проверяете все, как бы ни один не равен, вы говорите, все, вот я три сравнения выполнил, нету элементов множества. Та самая константа. Обратите внимание на то, что в нашей хэш-таблице на самом деле хранятся только сами объекты, вот эти вот ключи хэшируемые, потому что хэшом у нас является, грубо говоря, индекс, ну, хэш, деленный на остаток отделения хэша на размер таблицы, но это не важно. Этот тип данных можно модифицировать. Можно модифицировать таким образом, чтобы вместе с ключом вот этим хранить уже на этот раз совсем произвольные, не обязательно константные, некоторые значения по этому ключу. То есть мы получаем конструкцию, в которой у нас не только вот это, но каждому такому, с позволения сказать индексу, к каждому такому ключу приписан еще и хранимый по этому ключу объект. Задается это примерно таким вот образом. Ну, скажем, ключ 1 соответствует объекту, ну, не знаю, там, ку-ку, ключ соответствует, не знаю, там, списку, там, не знаю, ну, что, списку, да, 1, 2, 3, ключ 3 соответствует, не знаю, но... О! Это новый для нас тип данных, который называется словарь. Он же маппинг, он же ассоциативный массив, он же еще, как они там называются, в разных терминологиях. Без, пока что без ограничения общности будем считать, что это то же самое множество вот этих ключей, вот оно. А, ну даже можно сот. Вот оно. Просто каждому из которых, каждому уникальному ключу приписано одно уникальное значение. Потому что не куку там, а ASDF, ASDF. Да? О! Вот. При этом, ну, можно относиться к этому самому... к словарю как к такому очень извращенному массиву, у которого вместо индексов произвольный хэшируемый объект. Вот. Именно в этом суть названия ассоциативный массив. Да, но в действительности, как мы понимаем, поглядев на множество, в действительности словарь устроен не как массив, у которого вместо индекса произвольные константы, а как хэш-таблица, у которой помимо ключа хранится еще и значение. Удобная штука. Штука безумно удобная. Вот. В действительности реализована чуть более сложно, вплоть до питона 3.6 она была реализована именно как множество с ключами, а начиная с питона 3.6, помимо они перешли к другой реализации, вместо хэш-таблицы, у которой, как мы помним, минимум треть это дыры, потому что если хэш-таблица заполнена больше, чем на 2/3, она неэффективна. А на самом деле даже меньше, я не помню. Я помню, все-таки 2/3. Да? Вместо разреженной таблицы с третью, минимум третью дыр, современный словарь в питоне содержит список плотный, где лежит хэш и объект, хэш и объект, хэш и объект. Ну, ключ-объект, ключ, вернее, хэш-объект, хэш-объект. Да? И еще один список, вот он-то разреженный, но там прям написано, значит, один объект лежит в одном месте, другой в другом, третий в третьем. Вот примерно так, вот как это в 2012 году описал Раймонд Хейтингер в своем примере. Вот у нас из вот такого представления, да, с дырами, хэш-таблица с дырами, дыра, хэш, объект, ключ, значение, дыра, хэш, ключ, значение. Перейдем вот к такой таблице. Ключ, хэш, ключ, значение, хэш, ключ, значение. А вот здесь вот дыра, индекс, дыра, индекс, дыра, индекс. Вот этот массив, он, конечно, гораздо меньше, чем вот этот набор дыр. Вот. Так что сейчас, если очень грубо, представление массива выглядит вот так. Да? Вот это просто список хэш, ключ, значение. А вот это... такая модель хэш-таблицы, где написано, какая ячейка свободная, какая занята. И в каком месте, какой вот,
какому индексу оно соответствует. Да? Вот это первый, вот это нулевой, а вот это второй. Вот. Соответственно, вся алгоритмистика идет вот по этой штуке. Разницы, вообще говоря, никакой. За исключением того, что вот такая структура в памяти занимает, ну так, на ту самую треть меньше места. Потому что, ну вот, тут один ноун, а тут целая вот такая вот корзинка пустая. Вот. Надо сказать, что при организации множества или словаря как просто хэш-таблицы, операции добавления и удаления примерно одинаковые в силу сложности, понятно, да, мы добавляем в хэш-таблицу некое значение, просматриваем ей, ну, как бы напираемся на индекс, делаем, если нужно, это константное число перехэширований, не более чем константное, и кладем. А вот в случае такого представления, понятное дело, что добавление в такую хэш-таблицу очень простая штука. А вот удаление и эта переструктуризация вот этой вот фигни с удалением тяжелее. Но словари, как правило, так устроены, что в них, в общем, обычно добавляют, то есть они обычно нужны для моделирования данных, а не для их динамического хранения. Поэтому удаление из словаря – это довольно редкая операция. Вот. Бонусом для такой организации, вот в силу вот этой вот штуки, бонусом для такой организации словаря является то, что он хранит порядок добавления элементов. Если мы с вами видели, что множество как бы при линеаризации содержимого множества нам показывают, скорее всего, порядок самой хэш-таблицы, да, то вот в случае словаря порядок добавления в случае словаря порядок добавления описан. Давайте мы сейчас сделаем вот так вот. Допустим, у нас есть словарь, да, и вот for порядок добавления d, допустим, it, я сказал d, it равно, ну не знаю, ну struct и умножить на 2 плюс 1. Ну, чтобы быть хоть как-то. Вот. Как видите, индексы идут строго по возрастанию, так как они шли в момент, ну, как бы вот как мы их добавляли. Сначала добавили нулевой, потом первый, потом второй, потом третий. Это свойство, оно уже в нескольких поколениях питона, кажется, с 3.8 оно и считается надежным. Вот. Вот. Ну, у нас сейчас 3.10, так что вполне. Словарь. Что можно сделать со словарем? Со словарем можно сделать, вообще говоря, очень много чего. Ну, во-первых, как вы видите, словарь является... Словарь, например, можно использовать как очень-очень глупый, но легко работающий разреженный массив. Мы говорим там d раз, два, три равняется одному. Да? При этом мы можем ходить к нему вот так вот и узнавать соответствующие элементы. Вот. Правда, если мы пойдем в какой-нибудь индекс, который не существует, нас пошлют, но мы можем всегда написать вот так, d.get, ну, скажем, индекс 3, а если ничего, только тут print. Ну, нет, давайте ку-ку. А если ничего не получится, то верни мне какое-нибудь значение по умолчанию. Пожалуйста. Да, можно и так. То есть, если элемент есть, у нас возвращается то, что там лежит, вот, а если элемента нету, то у нас возвращается то, что мы ему сами сказали. Еще более того, мы можем даже сделать по-другому. Мы можем сказать, ну так, мы сейчас сходим к произвольному индексу, ну скажем, раз, два, три. Если там что-то будет, ты мне вернишь, там лежит, а если там ничего не будет, запиши туда, ну скажем, минус единицу. Ну, поскольку тут что-то было, то все произошло хорошо. Тут тоже что-то было, все произошло хорошо. А вот здесь вот, до этого момента не было ничего, ну а теперь есть. Вот. Вот эти три, вот эти два метода, ну, собственно, один метод get и метод setDefault, а вот этот самый квадратные скобочки мы с вами помним, это просто getItem, самый обычный getItem, тот самый getItem. Два подчеркивания, getItem, два подчеркивания. Так вот, значит, эти два метода позволяют нам использовать словарь как такое хранилище произвольных элементов, скажем так, достаточно, скажем так, все три основные операции сходить к известному индексу,
сходить к неизвестному индексу, если что, вернуть дефолт, или сходить к неизвестному индексу, если что, прописать туда некоторые дефолтные значения, все три операции просто есть. Что еще интересного есть в словаре? Не лишнее напомнить еще раз, что операция доступа к элементу словаря тоже амортизит worst case, у нее константная, потому что там внутри хэши. Вот. Значит, как задавать, мы только что описали, как обращаться к элементу, мы тоже только что описали. Вот. В общем, вся та же конструкция. У словарей есть циклический конструктор, почему нет? Вот это вот for, который мы тут делали, for, вот этот for, да, можно было и так написать. Что там у нас? И двоеточие str от и умножить на 2 плюс 1 for и in range. Вот. Такой же циклический конструктор, как для множества и для списка. Да? Только не забываем о нотации через двоеточие, ключ, двоеточие, значение. Мы с вами уже видели, что у словаря есть метод keys, который возвращает ключи. Обратите внимание, что это не список, не множество, а неизвестно что. Специальный класс dictKeys. Вот. Я так думаю, идея стоит в том, чтобы не хранить отдельно набор этих ключей, раз уж они все равно хранятся в самом словаре. Да? Этот тип – это такой прокси, такое окошко, чтобы заглянуть в словарь и посмотреть только на его ключи. Ну, поскольку есть ключи, то есть, видимо, и значения. Вот. И даже пары. То есть последовательность тюплей, что ли? Мне кажется, тюплей items. Сейчас посмотрим. О, да, последовательность тюплей. Ключ значения, ключ значения. Таким образом, вы можете написать даже что-то вот такое. For case, val in d.items. Int key val. Тра-ля-ля. Вот. Обратите внимание на то, что как аккуратно ложится в вот эту вот идею множественного связывания вообще всевозможные последовательности пар и последовательности из там, конечно, фиксированного числа элементов в цикле for. Вот. Отдельная забавная тема, которую мы тронем, ну, поймем ее смысл в одной из следующих лекций, когда будем говорить про итераторы, отдельно забавная тема, что словарь является последовательностью. Сам словарь. Вот у нас есть словарь, в действительности он является последовательностью, по нему цикл for можно запустить. Что при этом будет возвращаться? Ну, там шли в сообществе споры, что надо возвращать, ключи, значения или пары. Долго думали, решили, что лучше ключи. То есть, на самом деле, если я напишу for k in d, print k, то мы получим список ключей. Да? То есть, когда мы используем список в качестве последовательности, это можно написать лист от d, например, получится та же самая картина, да? То в действительности мы ходим к вот этому самому list case. Ну, такая договоренность. Да? Из трех возможных вариантов выбрали тот, который посчитали наиболее пригодным в real life. Вот. Да, значит, словарь может являться последовательностью. Это важная штука. Вот. А, вот эту тему мы тоже с вами уже пощелкали, потому что, значит, я это уже объяснил, что гетайцем простой может выдать, что такого элемента нет. Гету можно подсказать, что по умолчанию возвращать, а setDefault еще и пропишет это по умолчанию. Вот. Хорошо. Значит, относительно недавно, ну, может быть, пару лет назад, новые введения в Питоне, новые введения, так говорил наш полковник начальной военной подготовки, значит, словари можно объединять, ну, да, давайте посмотрим, какие у словарей есть методы. Во.
прежде чем новые введения. Значит, из того, что мы не можем себе предсказать, пожалуй, апдейт, еще extend должен, а extend'а нет, только апдейт. Вот. Все остальное примерно понятно, что делается. Метод from keys создает пустой словарь из другого словаря с его ключами. Ну, то есть, вот, сейчас, не так, соврал. Вот у нас есть d from keys. Давайте help по нему почитаем. Ну, то есть, я так понял, что мы не можем написать так, надо вот так написать, да? Да. Он создает новый словарь с теми же ключами, но значением по умолчанию, ну, какое мы укажем, ну, или ноль в случае, если мы его не указали. Зачем это нужно, не знаю, но, видимо, есть какие-то алгоритмы, где такое быстрое копирование, да, а нам при этом не нужно пересоздавать словарь, да, там вся эта структура внутри перемоделируется. Такое быстрое копирование удобно. Мы просто в хэш-таблице поменяем вот нужные, значит, одни объекты на другие. Ну, в смысле, создадим копию и поменяем. Вот. Единственный, пожалуй, интересный метод – метод update. А, и метод pop, конечно. Так, значит, метод pop, поскольку он нам возвращает некое значение, нам нужно указать ключ, вот, ну, скажем, вот так. И он сделает то же, что делает pop со списками. Удалит этот элемент и вернет его нам. А вот метод popItem и того не требует. Он нам просто вернет пару. Вот. В отличие, помните, да, множество не упорядочивает свои элементы, словарь помнит последовательность удаления. Поэтому popItem вам будет возвращать все время последний элемент, последнюю пару. Вот видите, 19.30, 18.37, 17.35. Если хотите, можно использовать словарь как такой своеобразный стек, но не нужно, помня о том, что мы могли бы вот эти пары хранить тупо в списке, как тюпли, и быть счастливы. Вот. А удаление словаря – операция более тяжелая, чем добавление. Значит, метод update сливает два словаря. Он обновляет содержимое одного словаря на основании второго. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, скажем, первый словарик у нас. О, опять там тусовка собралась. Что они там делают? Просто тусуются? Я что не сделал? Тут двоеточие. О, D и E, да? Значит, 3, двоеточие 33 и 4, двоеточие 44. Вот. Давайте сделаем еще из нашего E, D, допустим, копию. Допустим, F. О, это так мы его... Да, так вот d.update от E нам... Так, мне что не нравится? А, у нас здесь они одинаковые. Давайте посмотрим, как при пересечении ключей они себя ведут. Давайте сделаем еще раз, значит. Теперь d уже равняется f.copy. Копия. Так, DE. Поменяем в D, например, D третье, чтобы оно было не 33, а, допустим, там 888. Вот, D. И вот теперь сделаем апдейт. О! Что происходит при таком обновлении? Все элементы словаря E добавляются в словарь D, в том числе в ситуации, когда там эти индексы пересеклись, да, у нас здесь был третий элемент равен 33, а здесь третий элемент равен был 888. Ну, соответственно, обновляется все. Вот. Так вот, относительно новое в Питоне, это операция объединения словарей вот таким вот образом, который работает точно так же. Сейчас давайте попробуем еще раз. F равняется D. Нет. F, допустим, 3 равняется 888, чтобы посмотреть, как получается. Да? Вот. Это тот же самый апдейт, только он ничего не меняет. Этой операции очень не хватало. Да?
У нас была операция только поправить словарь по месту, да? А вот создать новый словарь на основании объединения двух не было, а теперь есть. Вот. Ну, если очень хотите, можно сделать апдейт вот таким вот образом. Это ровно та же самая история, значит, что и с апдейтом. Вот. Еще одна довольно важная на сегодня тема. Это как словари используются внутри Python. Значит, удивительным образом поначалу кажется, что это какой-то очень искусственный, в смысле неестественный способ организации данных, потому что, ну окей, мы знаем, данные могут быть упорядоченные. Тогда это просто список. Да? Мы можем знать, что данные могут быть неупорядоченные. Тогда это множество. Зачем словарь? Выясняется, что в задачах из Real Life словари нужны настолько часто, что они, например, используются внутри Python, самим Python, для реализации самого Python. О чем это я? Помните, у нас была функция dir, мы ее даже сегодня использовали, а еще были функции globals и locals. О, понаделали мы тут глобалсов всяких. Вот. Док. Да? Вот это наш переменный глобал, да? Глобальный. Там, А, Б, С. Ничем не напоминает вообще вот эта картинка. Вот посмотрите на нее внимательно. Это словарь. Совершенно справедливо. Причем это не просто так. Смотрите, что у нас там есть. Ну, допустим, А. Globals. Это не просто словарь, это и есть словарь с переменными. Globals – это словарь, ключами которого являются имена наших глобальных переменных, а значениями наши объекты. Минус одна сущность, которую мы уже почти что выучили. Мы-то считали, что именование в питоне – это такая волшебная палочка, которая позволяет присваивать имена объектам, а в действительности никакой волшебной палочки нету. И никаких имен, как таковых, тоже нету. Есть словарь Globals, в котором лежат обычные, значит, соответствия между ключами и значениями. И этими ключами является то, что Python для нас, для красоты, называет именами. Давайте мы поменяем. Равняется 100-500. Это же не взаимно однозначное соответствие. Это однозначное соответствие. То есть мы можем написать А равняется Б, да? Вот это А, вот это Б. Мы можем написать А равняется 42. Вот это А, вот это Б. Ну, это именно тот самый случай. Вот. Именно поэтому, да, именно поэтому у нас нету четкого какого-то, четкой возможности из объекта выделить его имя. Нету объекта, как это, нет такой связи в обратную сторону. Да, это словарь. Вот есть слева идентификатор, справа объект, на который он ссылается. Все. Связь на самом деле ровно одна. Связь в Python – это участие в составных типах данных. Типа словаря, кортежа или, скажем, этого самого списка. Да? Просто вот некоторые словари как-то более хитрые. Та же самая история с locals, абсолютно та же самая. Это тоже словарь, который приезжает внутрь функции. Вот. Такая вот внезапная картина. Так, с этим я думаю, что ничего такого удивительного нету. Просто вот, да, ну то есть давайте уж будем честными до конца, вот совсем до конца. Во-первых, это просто словарь. Ну, ВВ маленькими буквами. Это просто словарь. Вот этот глобус, который нам вернули, это просто словарь. А во-вторых, мы вот так можем сделать. Правда, это будет довольно странно, но тем не менее. Да? Кстати, интересно. А как он... Он определил рекурсию. Вы знаете, у вас в словаре под индексом ВВ лежит ссылка на ваш словарь.
Ну, не буду же я там еще раз все это показывать. Так что вот это вот все. С вас хватит. Дальше то же самое, сказал нам Питон. Вот. Ну и был совершенно прав, чтобы не впадать в бесконечную попытку вывести само себя. Вот, значит, это... А зачем я это вспомнил? А, ну да, чтобы было понятно, что это такой же точно словарь, как и все остальные. Единственное его назначение, отличающееся от остальных словарей, что Питон в него смотрит, когда вы говорите вот так. Вот этот verb, not name verb is not defined, это значит, что оно не нашлось вот в этом словаре. Но еще это вот в этом на самом деле. Вот еще здесь. Вот. Кстати, а как у него... Так не получится, кстати, мне кажется. Получилось. А, нет, это globals, а нам нужен locals. Тоже не получилось. Ну, короче, не знаю, как посмотреть словарик этого Билтинса, но... Когда мы дойдем до модуля, я думаю, я научусь это делать. Во! Как говорится, после того, как Василию Ивановичу сказали, что джентльмены верят друг другу на слово, ему карта и поперла. То есть, оказывается, пространство имен – это просто словарь. То есть, везде, где мы хотим организовать вычисления в каком-то изолированном пространстве имен, мы всего-навсего должны сделать просто словарь с этими именами, передать его туда, сказать, это твое пространство имен, вычисляй в нем. Помните нашу функцию eval? Ну, тот самый волшебную таблетку, с помощью которого домашнее задание решается легко, вот, решается, потому что там вот через запятую ничего не стоит. Но если вы это в бою где-то примените, то обязательно придет какой-нибудь злонамеренный товарищ, который вам такое введет, что это eval потом вам разнесет все в щепки. Да? Волшебный eval, который работает как? Допустим, давайте мы выйдем и войдем, чтобы покороче было пространство имен, хотя бы вот так вот. Да, так вот давайте попробуем с eval, да, разобраться. Допустим, у нас a умножить на 2. Все просто. Да? Eval от s не работает. Почему не работает? Потому что у нас в текущем глобусе, в текущем пространстве имен не определено а. Ну давайте мы, значит, определим а как 100-500. Работает. Так, я правильно? Я правильно. Вот. Давайте почитаем help от eval. Видите вот это? Мы можем eval передать... Внутри какого пространства имен оно будет вычисляться. Например, давайте мы сейчас сделаем s a умножить на 2 плюс и умножить на 8. Вот. И у нас опять eval работать не будет. Потому что у нас и не определено. А вот если мы напишем, что у нас... Что там? Сначала globals, потом locals, да? Locals равняется и двоеточие... Только наоборот, и двоеточие 42. О, похоже, что не так. Теперь у нас а не определено. Да что ты будешь делать? Ладно. О! Да что я сделал? Я в качестве первого параметра eval передал наш текущий глобус, в котором точно есть а. А вот в качестве второго засандалил ему locals, в котором теперь есть и. В нашем нету, а у него есть. Ну, мог бы и не так написать, мог бы вот так написать, это все неважно, да. Так тоже работает. Ну, через его globals. То есть мы можем передать ему, перегрузить все пространство имен этого eval, передав ему вот заранее набранный глобус, а можем перегрузить его частично, а сюда передать, там, например, текущий глобус или текущий локалс. Короче, фантазия может быть какая угодно. Да? При этом, казалось бы, это страшная вещь, пространство имен, контекста, вычисления, выражения в языке. В действительности это тупо словарь.
Вот, берите и пользуйтесь. У нас будет одно из домашних заданий на это, но не сейчас. Да, значит, ну, как это сказал А, да, скажи и сказал Евал, скажи и Екзек. На самом деле есть более развесистая функция, она называется Екзек. Вот. И она делает как Евал, она интерпретирует вот эту строку вот в этом пространстве имя, а потом выполняет ее как кусок кода на питоне. Да? Не вычисляет как выражение, а выполняет как кусок кода на питоне. Ну, то есть, ну реально, значит, смотрите, S равняется ща for in range от 10 print i exec от s. Тадах. Ну, какая разница? Мы имеем дело с интерпретатором, он все равно все это интерпретирует. Единственное отличие по, скажем так, эффективности работы экзека от настоящего интерпретатора состоит в том, что настоящий интерпретатор уже к этому моменту перевел, к тому моменту, как он выполняет программу, он перевел текстовое представление в байткод. Помните, мы его дезассемблировали, в смысле дисбайткодили с помощью модуля dis. Посмотрели, как в терминах питоновской стековой машины выглядит эта штука. Да? Питон интерпретирует операции вот этой стековой машины. Соответственно, функция exec, ну и eval тоже, преобразует последовательность операторов на питоне в эту самую стековую машину. Ну и что? Это довольно быстрая операция. Сейчас в питоне используется чуть ли не Pocrat-парсер, который однопроходный. Вжух, бряк, ну или как минимум пег. Вот, вжух, бряк, и как бы вот тебе уже и готовый код, и он его выполняет. Вот. Разумеется, как и во всех остальных случаях, мы можем перегрузить пространство имен этого самого экзек. Тоже довольно тупым способом. Вот. Вот примеры, которых тут у меня в лекциях как бы не хватало. Значит, следующий акт модулизационского балета, и это мы возвращаемся к функциям. Дело в том, что я это обещал еще, когда мы говорили про функции. Мы про функции знаем не все. Ну, вернее так, поговорили не обо всем. Может быть, мы это и так знаем. Смотрите, помните, что у нас бывает в функциях? Def fun от x, там y равняется 2, z равняется 5. Не знаю, там, w равняется 2, t равняется 5. Чтобы. И это функция, которая может быть от одной, от двух или от трех переменных, в зависимости от того, что мы хотим. Значит, да, вот, ну, допустим, print x в t. И мы знаем, что мы можем вызвать этот fun от 9, а можем вызвать fun, допустим, от 4, вот так. Вот. А можем даже написать вот так. Вот. При этом перегрузится значение именного параметра t, а значение именного параметра w не перегрузится. Ну, как бы, вот. Наличие конструкции имя значения как бы намекает нам, что где-то здесь зарыли словарь. И это правда, именно так они и сделали. Потому что все позиционные параметры передаются функции fun в кортеже, а все перегруженные именные параметры в словаре. Давайте проверим это. Значит, как это делается? Ну, мы помним, звездочка RGP, позиционный параметр. Две звездочки, RGN, именные параметры. Пробуем. Ничего. Раз, два, три. А,
равно b равно, короче, вы меня поняли. Как у нас есть возможность передать, не распаковывать произвольные параметры позиционные, также у нас есть возможность не распаковывать произвольные параметры именные. То есть взять и сказать, так, вот тут словарь, вот что вот там вот пользователь написал, мы сейчас это, ты принимай, а мы потом распарсим. Вот. И мы потом распарсим вот это все, а что, словарь, он и есть словарь, индексы, вот это все, кис и вперед. Вот. Вы помните, что есть еще и обратная штука, запаковка параметров. То есть мы можем передать в качестве списка, передать в качестве набора позиционных параметров кортеж. Да, написать unifun, ну давайте так, кортеж равняется 1, 2, 3. Да? На самом деле туда можно передать вообще любую последовательность, потому что она с помощью операции звездочки таки преобразуется в кортеж. Ну любую там. Ну нет, давайте все-таки 1, 2, 3. Да? Unifun. Звездочка C. Что-то при этом происходит. Мы преобразуем это в кортеж параметров. Кортеж параметров приезжает в функцию unifun. Он там воспринимается как кортеж, потому что мы его вот так задали, и все хорошо. Да? Ну так та же самая история. D равняется. Так, это имя, это значение. Да? Ну какая разница, пускай будет так. Во. Да? Кортеж. Словарь. Да? Такая же штука с этим самым unifun. Да елки-моталки. Unifun. Вот, что у нас там? Звездочка. С. Две звездочки. Д. Та-дам. Все, что мы передаем как позиционные параметры, приезжает в словаре от позиционных параметров. Все, что мы передаем как не словаре, в кортеже от позиционных параметров. Все, что мы передаем как именные параметры, приезжает в словаре от именных параметров. Все. Вот это уже универсальный вариант. Почти. Почти универсальный вариант, значит, написания функций. Ну, задания функций. Я думаю, что ничего заумного здесь нету, ну просто мы не хотим писать всю. А заранее задаем, как вот мы задавали пространство имен, да? И говорим, Саш, слушайте, а вот здесь вот из словаря подставьте. Вот. Такая вот картина. Но в этом, казалось бы, уже совершенно универсальном методе есть один пунктик совмещения двух, по правде говоря, неравных друг другу сущностей. Дело в том, что, посмотрим на функцию fun. Дело в том, что имя W и имя T в этом месте выступают одновременно как позиционный и как именной параметр. Мы можем функцию fun вызвать с тремя позиционными параметрами, а можем только с одним позиционным и, скажем, одним именным. То есть вот эта конструкция, она одновременно разрешает нам v, чтобы оно приезжало и сюда, и сюда. Ну, когда идет передача параметров функции. Это с нашей точки зрения, вот наружной, кишочной, над внутрипитоновской, и это очень красиво все выглядит. У нас есть три имени, и они как-то задаются. Но в зависимости от того, как мы их передадим, эти значения для V и для T приедут либо в словаре, в смысле, либо в кортеже, либо в словаре. У нас в один из годов была задача на разбор вот этого безобразия, он довольно адовый был. Вот. Я посмотрю, насколько она сложная, и не исключено, что в этом году она снова будет, эта задача. Там не просто все. Вот. Имейте это в виду. Да, значит, эти параметры могут приезжать туда, могут сюда. Это зависит от того, как мы их указали. Ну, грубо говоря, у нас же приезжает что? У нас приезжает словарик и кортеж. Вот куда они попадут, словарь или в кортеж? В зависимости вот. Если мы хотим, возвращаясь к проблеме, строго специфицировать все-таки, это параметр позиционный, но со значением по умолчанию, или это параметр именной,
Надо использовать более сложную, более сложную структуру описания функции, в которой есть внезапно, прямо вот тут вот встречаются символы слэш и звездочка. Вот это параметры только позиционные. Вот эти параметры одновременные такие и сякие, но у них нет значения по умолчанию. Но мы можем написать, например, там, вот так. Вот это параметры только именные после звездочки. Они не могут быть позиционными. То есть функцию f можно вызвать максимум от 4 параметров здесь. Вот. Ну и дальше там всякие вот примеры того, когда это действительно имеет значение. Поэтому, если вы читаете документацию по функции, а у нее в конце стоит в определении, в хелпе, стоит вот такой слэш, он довольно часто там может стоять, да, вот, то имейте в виду, что это слэш означает, что все параметры до него могут быть чисто позиционным, какими угодно, да, вот сейчас, man, help, не знаю, там, bin. Да? Это означает, что вот в этой нотации это те параметры, которые стоят слева от слэша. Где она тут? Вот. Вот эта часть. Поэтому вы не можете переопределить, написать, например, bin от num равно 10. Не можете. Потому что этот параметр чисто позиционный. Он стоит до слэша в хелпе. О! Вот. И это, значит, та часть лекции, которая называлась «Немного занудства». Вот. Иногда бывает важно разделить значения по умолчанию, чисто позиционные параметры, смешанные и чисто именные. Пользуйтесь вот этим синтезом. Оставшиеся у нас осталось целых 25 минут. Действительно, видимо, стоит либо увеличить, рассказать про хэш-функции. Просто рассказ про хэш-функции почти на лекцию. Ладно, давайте тогда сходим в модуль collections, потому что про default dict у нас уже тут спрашивали. Вот. Значит, модуль collections, мы его уже помним, потому что мы рассматривали такой специальный тип объектов под названием колода, она же дека, на самом деле это не дека, это DEQ, это слово, которое, кажется, на русский не переводится. Вот. Это такая, значит, такой пан, да, это слово, которое произносится как слово колода. А, о, double-ended queue, двусторонняя очередь. В общем, вот, такое волшебное слово дека, которое нам заменяет список, кто помнит в каких случаях? Никто не помнит. Громче? Да, спасибо. Если мы удаляем изначало. Мы уже говорили, что почти все алгоритмы можно на типе данных list организовать, потому что операция, которая над ним константная или амортайзит константные, они константные, а операции, которые над ним линейные, над другими типами данных тоже линейные. Ну, например, поиск элементов в связанном списке, как это мы учили на первом курсе, и потом его удаление. Удаление-то оно будет константное, а вот поиск линейный. Так вот, большинство алгоритмов можно сделать на типе данных лист, а вот, значит, конкретно очередь, у которой добавление идет в начало, удаление в конце, или наоборот, сделать нельзя, потому что добавление, удаление в начало списка – это линейные сложности операции, ну, списка в типе лист, да, динамического массива. И поэтому у нас есть специальный модуль под названием collections, который определяет некоторое количество нужных или не очень нужных типов данных, ну, скажем, ordered dict – это ненужный тип данных, ибо наш дикт уже давно все ordered. Он был до 3.8 питона нужен, когда до 3.6, когда последовательность элементов в словаре была такая же неупорядоченная, как во множестве. Вот. И вот этот самый метод DEQ представляет собой чуть более усложненный алгоритм динамического массива, чем обычный лист, у которого операции удаления в начало и в конец дешевые. Я так подозреваю, что он представляет в качестве реализации просто кольцевой буфер. У вас есть вот это вот, ну, грубо говоря, 64 элемента, из них там 20 занято. И вот добавление в начало
или удаление из начала, это расширение, изменение начала вот этого кусочка из 20, внутри 64, а это в конец. Перевалили за, пришли сюда, произошла операция переполнения, увеличили размер в два раза. Ну, такая классическая, значит, то же самое, что такое же геометрическое масштабирование, как для обычного списка, только вот часть того, что у вас хранится внутри, она ездит так вот по этому, значит, массиву, чтобы можно было добавлять свободно в начало и в конец. Довольно остроумная реализация. Вот. И это что касается, значит, модуля ДЕКа. Что у нас еще интересного есть? Есть довольно забавный модуль Named Tuple, который реализует удобный тип данных для представления, скажем так, этот тип данных, named tuple, ничем не отличается ни от тюпля, ну, скажем так, это такой константный словарь, если хотите. Он с точки зрения программирования практически ничем не интересен. Он нужен для того, чтобы нормально код читать. Для того, чтобы коммуницировать с разработчиком, который вместе с вами занимается разработкой, посредством кода. Смотрите, что это такое. Это такой конструктор типов данных. Мы говорим, мы сейчас сконструируем тип данных, он будет называться point, и у него будет два поля, x и y. И теперь, значит, мы можем конструировать вот этот самый тюпль, у которого будет два поля, у него можно будет нулевой и первый элемент, разумеется. Мы можем конструировать по-человечески, мы говорим point, и дальше указываем, какое поле чему равно. Вот. Мы можем его распаковывать, как обычный тюпль. Короче, все, что угодно можем с ним делать, а можем ходить к нему по именам этих полей p.x, p.y. То есть это тюпль. Ну, вернее так, этот тип данных ведет себя как тюполь, только с именованными полями. Он является последовательностью, он является константным типом данных. Сейчас мы проверим, является ли он хэшируемым, вообще говоря, обязан. Сейчас давайте проверим. Или даже не так, from collections, import named tuple. Да, p равняется named tuple. Как мы там назвали его, не помню как, но это не важно. И что там? Сейчас, xy. Просто список, да? Интересно, а что будет, если я скажу вот так? Мне же никто плохого ничего не скажет. Не сказал. А что есть? А, надо создать его, да? P равняется P. X равно нулю, это только маленькое X. Интересно, я ошибусь или нет? Y равно единице. Нет. Ну, значит, надо было не выпендриваться и сказать по-человечески. Хорошо, извините. Приношу свои извинения. О! А что я хотел проверить? А, можно ли от него хэш посчитать? Можно. Я же говорю. С точки зрения функциональной, это тюпль тюплем. Да? Но с точки зрения программиста, который читает вот такой код и может, например, написать p.x, это прям какая-то структурка, например, как в C, да, struct. Вот такой приятный для глаз и удобный для семантики, для чтения смысла кода тип данных. Так, это был named tuple. Вот эту штуку я не осилил, прям скажем. Это тоже, кстати, ненужные штуки. У нас теперь сабкласс можно делать и от дикта тоже вполне. Я не знаю, зачем они тут. А вот это тот самый default dict, про который был разговор с самого начала. Я обещал к нему прийти, и мы сейчас к нему придем. Значит, что такое default dict? Default dict – это такой дикт, у которого указан, у которого указана машинка по изготовлению несуществующих элементов. Смотрите. Так,
D равняется default dict. Жмак. Значит, D. D нулевое. Ой. А, я опустил конструктор, да? А, нет. D равняется D. Извините. Вот так. Not callable. А что я сделал не так? Короче, нам нужно default factory все-таки сделать. Ну ладно, сделаем. Давайте попробуем. О! Короче, каждый раз, когда вы обращаетесь к вашему словарю за несуществующим элементом, он вызывает вот этот конструктор, да? Что такое int? Ну, вообще-то это такой тип данных. Что делает int без параметров? Ноль возвращает. Ну вот, каждый раз, когда вы обращаетесь к вашему словарю за несуществующим элементом, он создает этот несуществующий элемент. Вот. Можем даже написать что-нибудь такое более развесистое. Ну, например, сейчас, давайте. From random import rand range. Да? И тогда у нас пускай будет не int, а скажем лямбда rand range от, ну скажем, от 1 до 10. Ну, теперь он 0, конечно. Окей. Ну, короче, вы меня поняли. Factory, конструктор. Вот. С этим, значит, default-диктом связан один прикол, как на питоне реализовать дерево. Дерево. Это будет, правда, страшно неудобное дерево. В том смысле, что им надо еще будет потом долго учиться пользоваться. Вот. Но зато, как это правильно сказать, все, давайте посмотрим, как им пользоваться. Я сразу говорю, что им пользоваться неудобно. Создадим дерево. Ну, скажем, дерево, ну, там, не знаю, тяжело смотреть, но это будут такие вложенные друг в друга словари, которые действительно будут являться деревом. Каждый раз, когда мы обращаемся к несуществующему элементу, он нам возвращает, конструируется, где он тут, новое дерево. Короче, однострочник, да. Там даже этот товарищ в какой-то момент, он доказывает, что это дерево, тут алгоритм прохода дерева, вот, пожалуйста. Вот. То есть все как надо, это дерево. Он даже придумывает, как к нему приделать, значит, красивый вывод. Ну, короче, вы меня поняли. Вот. Ну, это, понятное дело, мелкое хулиганство. Так, в общем, поступать не стоит, потому что это, да. Последнее, что я хочу... Ой, у нас осталась минута. И в течение этой минуты я расскажу, наконец-то, хоть что-то важное для домашнего задания. Последний тип данных, который я хотел сегодня рассказать и хотя бы упомянуть, это counter. Counter – это такой словарь, тупо. Обычный словарь, у которого есть дополнительное свойство, он, будучи словарем, еще умеет подсчитывать, ну, участвовать в подсчете объектов. Вы ему говорите, посчитай, ну, давайте, from itertools, не itertools, как его фамилия, collections, import counter. Ты ему говоришь, посчитай, пожалуйста, c равняется counter. Counter, я сказал. Counter. Посчитай, пожалуйста, сколько
в этой последовательности различных объектов. Эта последовательность является строкой, значит, объектами в ней являются однострочные буквы. Вот. И он говорит, 4 буквы Q, 4 буквы W, 4 буквы E, 4 буквы R, потому что я так написал, но, в общем, понятно. Да? Но вы можете и так написать, да, C.counter, counter, вот. А потом уже говорить C, там, сейчас, как это делается? Ну, допустим, какое-то там первое плюс равно 1, допустим, да. Это словарь, на самом деле. Это даже не словарь, это такой дефолт-дикт, у которого по умолчанию равно нулю. Но со всякими интересными свойствами. Например, если вы оттуда удалите что-нибудь, в смысле, если значение станет равно нулю, вот, то он потом не выведется. Будет считаться, что он отсутствует, этот элемент. Вот. Хотя нет, да. Ну, еще какой-нибудь апдейт, да, c.update, c.update. Допустим, не знаю. Раз. Вот он их все посчитал. Обратите внимание, что вот это вот самое, ну, 1, да, теперь равно 5. Ну вот, короче, это такой словарь, такой, даже я бы сказал, дефолт-дикт, у которого есть еще всякие удобные штуки, например, самые популярные элементы, то есть с максимальным количеством встречаний, можно из двух счетчиков, два счетчика вычесть друг из друга, можно посчитать, сколько их всего было, ну, короче, вот. Эта штука пригодится для одного из домашних заданий, самого мутного, который придумал вчера, вот для этого. Вот. Но, как обычно, решение занимает там 7 строк. Все, наше время вышло. Давайте вопросы, если какие-то вопросы есть. Вот. Я каюсь, ребята, я не заглянул в чатик, так увлекся рассказом, что не заглянул в чатик. Хорошо, что там человеку отвечали. Извините, братцы, постараюсь в следующий раз так не делать и заглядывать в чатик. Вот. Вопросов в студии, я смотрю, нету. Значит, сейчас я погляжу. Вот тут, кстати сказать, сокращенец задает правильный вопрос относительно, можно ли ограничить eval. Нельзя в питоне ничего ограничить. Даже если вот на хакерской олимпиаде в питоне есть такое упражнение. Вам выдается интерпретатор в питоне, в котором нету ничего, там все имена удалены. А вам нужно, ну не знаю, удалить произвольный файл в операционной системе изнутри этого интерпретатора. Это можно сделать. Вот. В питоне нет ничего в этом смысле невозможного. Питон не предназначен для охраны собственного нутра от программистов. Это ответ на вопрос, можно ли как-то ограничить eval. Максимум, что вы можете ограничить eval, это от случайного злоупотребления, например, с помощью задания пространства имен. Вот. Меня тут просят открыть новые задачи на eJudge. Вообще-то я их открою, когда протестирую до конца. Но вроде бы я их протестировал. Короче, я их сегодня открою, не волнуйтесь. Все, у нас вышло время. Всем спасибо. Вопросов больше не было, значит, до следующего раза. Что у нас в следующий раз? Давайте посмотрим. Бла-бла-бла. О, у нас в следующий раз итераторы. Это очень вкусно. Все.